Взяли палки и пошли бороздить городские просторы. В Ульяновске открыли зимний сезон скандинавской ходьбы. Под чутким руководством тренера команда любителей начала занятия во Владимирском саду. Инструктор Виктория Линик уже планирует вывести их на профессиональный уровень и даже подготовить к всероссийским соревнованиям. Мы иногда идем, и нами уже восхищаются. У нас есть свои успехи. Вот у нас есть мечта съездить на соревнования в Москве, поучаствовать. Вот сейчас работаем над этим. Курсы для горожан абсолютно бесплатно. Они организованы на базе городской администрации. Единственное вложение для желающих заняться северным спортом – это покупка снарядов для ходьбы. Возрастных ограничений и противопоказаний нет. Тренировки заметно повышают настроение и улучшают самочувствие даже у людей почтенного возраста. Я очень долго искала группу единомышленников, чтобы так каждое воскресенье в хорошем настроении, дружно гулять и наслаждаться природой, Волгой. Так что всех приглашаем. Приходите, это здорово, потому что кроме палок мы еще собираемся на чаепитие, у нас есть какие-то экскурсии. То есть очень хорошо проводим досуг. Стать здоровее и веселее при помощи скандинавской ходьбы может любой желающий. Достаточно просто оказаться в нужное время и в нужном месте. Каждое воскресенье в 10 утра группа собирается во Владимирском саду. Виктория Чиркова, новости Ульяновской правды.